Добрый день, дорогие друзья! Сегодня, как вы видите, у меня находится этот замечательный, красивый музыкальный инструмент, который называется аккордеон. Многие почему-то называют его баяном. Путают наверняка. Но в отличие от баяна, как видите, здесь находится клавиатура. Как белые клавиши, так и черные. Это то же самое взять, если пианино перевернуть его на бок. Вот, получится то же самое. Видимо, я думаю, вы видели. Играли, может быть, пробовали. Вот. Здесь также присутствуют регистры. Вот эти вот золотистые кнопочки. Они придают аккордеону различную окраску звука. То есть выполняют роль другого инструмента. Например. Пикколо. Вот. Тутти. Мюзет, кларнет с фаготом и просто фагот. Низкий такой звучок. Вот также аккордеоны присутствуют левая рука. То есть уже будут кнопочки. Здесь у нас тоже идут регистры. Вот, мы по ним будем ориентироваться, что даже легко будет определиться начинающему музыканту. Вот, у нас здесь кнопочки. Вспомогательные басы. Основные. Мажоры. Миноры. Септакоры. Вот, сегодня мы будем разбирать три кнопки, то есть три баса. Ну, вся левая и правая рука соединены одним мехом. Сегодня также мы разберем одну песенку. Она будет не тяжелая, называется как «Под горкой, под горой». Для начинающего также музыканта можно будет определиться по черным клавишам. Вот. Мы будем начинать с ноты до. Вот. Как на нее попасть визуально? Ну, в частности, это так и происходит. Это будут сначала смотреться. Две клавиши черные, потом три, потом две. Берем первый палец, сползаем немножечко вверх, получается нота до. Вот. И будет так это происходить дальше. Я вот двумя руками сыграю, как это вот в финальной части будет. Клавиши по белым. Играем по два раза. Раз. И в обратную сторону. Потом вторая часть. Через клавишу. Получается третий, второй. Два раза третьим пальцем. Четвертый. И обратно. Вот. Получается, это у нас правая рука. Дальше. Переходим к левой. По левой руке мне тоже задают вопросы. Женя, как ты определяешься по этим кнопочкам? Потому что их столько много, тут нереально их запомнить. Но я вам скажу одно. Вот, меня когда преподавательница сначала учила, говорила, можно определить от среднего регистра, то есть нащупывать его, немножко спускаемся вниз, тут есть отмеченный бас, до. То же самое, как и здесь, ну, как мы определяли по черным клавишам, здесь есть отмеченная кнопка.
Вот, то есть сползаем, нажимаем третьим пальцем на него. Вот, будем использовать, как я вам говорил, три баса. До, вверх поднимаемся, опускаемся вниз, еще вниз, вверх, еще вверх и обратно. Вот. Ну что, будем соединять. Поехали. Пишите в комментарии ГУ Березовский городской дом культуры или оставляйте ваш комментарий на нашем аккаунте. Если какие будут либо сложности, не переживайте, все у вас обязательно получится, я в вас верю. Счастливого обучения! До свидания!